Американский концерн Ford выпустил в этом году 12-е поколение пикапа серии F-150. При создании нового пикапа инженеры Форда использовали ряд любопытных технических решений как в конструкции кузова, так и в конструкции силовых агрегатов. Причем наибольший интерес вызывает новый мотор EcoBoost с очень скромным для Америки объемом 2,7 литра. Но, как заявляют инженеры Форда, по своим характеристикам он превосходит многие моторы с гораздо большим объемом. Чтобы проверить этот факт, независимые эксперты решили устроить сравнительные испытания Форду с такими пикапами, как Dodge Ram и Chevrolet Silverado на горной дороге в штате Колорадо. Пикапы должны были пройти участок дороги с прицепом 1,5 тонны. В первом заезде против Форда был выставлен пикап Dodge Ram 1500 с 3-литровым турбодизелем. Благодаря высокому тяговому моменту Dodge Ram с места взял более резвый старт, чем Форд. Но уже через 300 метров F-150 догнал Dodge Ram, а еще через 200 метров обошел его. Ну а на финише Dodge Ram отстал от Форда на 43 секунды. Во втором заезде против Форда выступал пикап Chevrolet Silverado 2014 модельного года с бензиновым мотором объемом аж 5,3 литра. Однако, несмотря на больший литраж, тяговый момент у Chevrolet оказался меньше Форда, и F-150 легко обогнал Silverado на старте. Однако на середине дистанции Chevrolet смог прибавить скорости и в итоге финишировал с отставанием от Форда менее 6 секунд. Таким образом, благодаря этим тестам независимые эксперты смогли убедиться, что самый маленький мотор F-150 объемом 2,7 литра по своим характеристикам действительно не уступает моторам с гораздо большим литражом. Но, впрочем, для любителей больших цифр в гамме моторов пикапа F-150 есть 3,5-литровый двигатель EcoBoost, а также есть версия F-150 с любимым американским объемом 5 литров.